Супруг Алены призван в рамках частичной мобилизации. 44-летний Михаил Ливанов уже около месяца проходит специальную подготовку на полигоне в Нижнем Новгороде. Пока связь есть, естественно, смартфоны там запрещены. Обычный кнопочный телефон, да, он звонит утром один раз и вечером. Пока связь есть, слава богу. Большая семья Ливановых живет в поселке Петровское. Отец Михаила, Евгений Борисович, бывший военный, отслужил более 25 лет. Я попал в зенитно-ракетные войска, наше ПВО, в Калужскую область. Там 8 я отслужил. Там я жену свою встретила на месте видного. И сюда я тогда перевелся. Родственники мобилизованного проживают в стесненных условиях. В одной квартире отец, мать, дети и внуки. Об истории семьи Ливановых предприниматель Андрей Макалкин узнал совершенно случайно. От представителей территориального отдела Горки Ленинские. И решил оказать необходимую помощь. Мы встречались с Евгением Борисовичем, проговорили как бы все. Ну и решили, что да, необходимо терять. Реальная помощь и продукты. Масло, сало, колбаса, сосиски, мороженое, крупы, сахар, сгущенное молоко. То есть что-то приехал в магазин, на что глаз лег, то и купил. У Алены и Михаила трое детей. Две младшие дочки учатся в школе. Сейчас вся забота о них легла на плечи супруги. Как пообещал предприниматель, он будет продолжать помогать семье Ливановых. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Интересно стало, да?